没问题，联系。这个动作有一个关键动作，就在这个位置。我对着外面，我对你，我还是针对你的。他要对身体向你卷起来，对身体、心脏进行挤压。我到你脐带之外侧，请大拇指心里前五十，五八五十度的啊，斜着大拇指之外侧。一下要放松。我接触他说不行。好行。你那个不对，我说不行，不要，不要。好的，盘，盘胸。手带到前面，好，对，啊，鼻子样感觉，大家看这个背就像圆口一样，是鼻子嘛，这口鼻就来，好，然后脖子竖起来，是，大概外，竖起来，对，腹部收起来，我是把这脖子就是做人，肛门收起来，哎，我打死做人没有。脚跟提起来，放松，下落，再来，起，放松，下落，很清楚，这个动作对我们的心脏进行上下挤压。集中以后能够提高我们平衡功能。对，再加上左右的转动，能够提高我们平衡的难度。同时我们要体现圆合的动作，一定要表现出来。好，大家跟我说一下。撑开。最快的速度给它转起来。好，然后提起来。对，头朝左面转。头朝前面，转正，放下，再来，腹沟，上提，头右转，头转正，放松，下。这个动作大家注意，松和紧的顺序。это надо внимание как-то силе дает как-то слабо. 起来的时候先摆会上头先低。вот это первое начинается и пой хуй эта точка на верху ощущение идет. 啊，好像有人牵住你的头发给你朝上。вот показано что кому-то дергивает тебе на верху. 头提起以后就肩提起。и потом второе вот уже плечо на верху. 肩提起来，头提起。И потом третье руки наверх начинается. 手提起来，腹部手。А когда руки третье, четверку живот уже наверх. 肛门手。Тогда вот таз уже закрывается. 最后脚跟提起。Последнее. 放松的时候，头先放松。Когда свободно начинается, от самого верху тоже. 肩放松。И потом плечо. 手下落。Руки. 腹部放松。И живот. 尾闾放松。И вот. 最后脚跟着地。И последнее. Ноги. 顺序都是从上面开始。От верху начинается все.好，清楚了吗？我过年了。是。好，坐一次。давай попробуем。腹沟。раз。上提。два。转头。теперь поворот。头转正。и вперед。放松。вниз。下落。腹沟。опять。上提。вверх。внимать。转头，头转正，放松，下落。下面这个动作，这个动作大家感到难不难？我都看不懂嘛，我这个动作也不弱呢，我这个。啊？我跟你们讲，你们这个年纪都不难。сказал это на важном возрасте, да, в этом уровне, вот это тренирование, это
это нету.老年的有点难。когда ты взрослый, пожилой, они читают слово. 这个动作需要我们比较高的协调性。Но вот это надо хорошая координация. 李老师已经把这个我边上这个动作的小故事和大家讲了。Не знаю, как бы Юй вам сказал порядок и учение. Есть какой рассказ маленький? Сказал, нет? Сказал? Всем про перцы, да. Вот это сказал, да? Вот я сейчас думал, что сделал это. Сказал, поймать, брать и поймать вот это перцы. И потом посмотри на руками. Тяжело, а потом понимал. И вот поворот с ноги. И под низ. Как два руки работают? Сандо це го бить. Хао, дайте кан, а. Залай юсэ. Ся, хуа ху. Хао. Вомы кан цэ го сэ. Посмотри лево. Хо сэ. Сян ся. Сян ху. Низу вверх. Го. Давай еще раз. Занкай 以后肩放松。Не свободно свои плечи. 好的。Оку. Опу. 收回。И поймай, сюда. 另外手。И потом помочь тебе. 对。或者上去。我。А персин здесь. 好，再来，这个手变勾。И другой руками. 下来。Наоборот. 走。转。И посмотрю ветер. 下岸。Бросить. Со, тоже со. Внизу и пальчик поймал. Го. А, оку. Оку. Зубы. Обратно. Пропустить. Сяну. И вниз. Со. Ворот. А. Вниз. Со. Дальше. Го. И взял. Оку. Смотри. А. Вниз. О. И дальше. Го. Закрывается. Ого. Взять. Сухой. И обратно. Хо, до цихо. Сухой. Сухой. И потом руки пропускай. Опять. Заключение движения. Вот это он понял? Ну, руки движения все поняли, да? Хорошо. 走雄系的时候向前走四步，现在我们要朝后退四步。就是刚到啊，没飞行训练，你们飞机四个小时刚飞了。Вот именно это ты говоришь, мы сейчас будем назад, шаг назад четыре раза. 好，下面大家跟我做。Давай попробуем. 在这位，可以到这位。Ты смотри, да, какое место там? 对。Обратно. 自己方向。Есть вот это.再转九十度，到这里，上，人是最高的，对，好，脚收回，收了平的，身体向正前方，退步，退到斜的，前面，转，好，再转回到正面。Это на прямой лице. Ты вот. Дать. Вот. Поворот.
向。收回。到这里，正面。右朝后推了。推到这里，身体朝这个斜方向。再走。好，最后收回来的时候，在这里，这边。从这里到45度，这个是90度。Это 90 градусов。然后转90度。Опять 90 градусов перейти。转到这里。В том сторону. Тогда с это читается 45. Наполни такая крутится 90. 收回的时候又回到原来的正面。Когда обратно опять то перейти в сторону. 45度方向推。45назад. 转45度。Поворот 45 градусов вперед.沿着这两个角的延长线，在这个 линии 往前走，你перейти идёт вот так, 45 градусов поймать. 好，再回到这里。Обратно. 清楚了吗？那没事。好 ，OK， 放好。马桥子。好。OK， 你。转。Поворот, смотри.眼睛看前上方。对。下按。眼睛跟左右。好。不吸，把它扔。убирать。到这位置。转。保护。收回。обратно。учили же на руках。и тело прямое сейчас。退步。а назад шага。好，右边是吗？对。哎。一百二十。走。啊，下个飞机，右边是飞马的。走。哦吼。右边是啥子？收回。啊，不然呢？走。呀。我马的边。5, 6, 辛苦了吧？有个过年的，我时间关系不能讲很多。其实，在这个动作里面，我们表现了我们人和天和地的相处。那当时接触多少方面？你摸着как много объясняется。Уже показал как подключить на вверх внизу. Уже показал как связь с небом с землей от человечества. 这个动作都蕴含着我们采集天的能量。进了我们自己的身体。Но как чувствуешь, что это взять чистый дух или там что-то и забирает к себе, это что себе получается? 在这个里面包含了很多中国文化的东西。Но это уже как круг своей восточной культуры. 我举一个很简单的例子，这个动作大家知道什么意思？ Например, я вам объясню, что такое. Вы знаете? 不知道。不知道。这个拳和这个拳有什么区别？такая кулак и такая кулак есть как есть разница, знаете? Так во все люблю, так не люблю. Чем дешево, чем дешево, чем дешево, чем дешево. 我和大家讲，我们在妈妈肚子的时候，还没生出来的时候，我们的手是这样握的。Можно объяснять, когда на природу у мамы живут тогда и не такая.小孩生下来以后，做第一点要叫他哭。我那个广东的亲戚呢，就是那个，это как-то ребенок родился под землей, да? Первая задача что? Это что он плачет, правильно? 啊。Ну кричал. 我们中国人会把小孩的脚抓起来，对他的屁股打一下。А в Китае была такая родиться ребенок, через своими руками
Богу славу. И тогда акула. Он будет кричать, тогда получается, как нужно ли это. 你们注意吧，他开始的时候是全是这样握的，再张开就这样，再合拢的时候就变成这样的。не знаю, кто-то занимается это дело или нет, но внимание или нет, когда ребенок всегда ради, если не были звук, они всегда такая, а когда был звук, тогда он сразу кричально сразу открывается, когда дальше он закрывается уже не будет так, уже автоматически уже такая, уже напер. 所以我们把这个叫先天的权，把这个叫后天的权。Поэтому мы скажем вот это такая сила, это природный куран, а это сейчас исчезнет куран. 按照中国气功的讲法，如果你这样的话，能够把我的内气给它守住内气。По китайски традиционно мы говорим, что если рука не такая, можно хранять свои внутренние энергии. Потом, что как может быть для вас, вы еще мало, да, вот значит так, что, когда пока вы мало занимаетесь, когда время нисколько, ну как на, вы попрыг, на несколько недель, да, вот получая ощущение, что они получают, значит, вот это время, чувство другое получается. Она получает, что, когда взяв, что. И можно как взять что-то, вы получается как-то, что по себе идет. Но, конечно, мало времени. Вам объясняете, немного сложно. Время будет еще долго, тогда свои чувства получаете. Как мы вот это тоже.